Было сложно. Было сложно в том плане, потому что я не знала, что с моей семьей, с мамой, с дедушкой, бабушкой, папой, всеми остальными, кто остался в городе после того, как мы с сыном уехали. Очень сложно морально. И, наверное, чтобы жить дальше, мне помогала в этом плане природа. Я очень много гуляла на море, просто там как бы деревни, проселочные дороги. Ну, там, я проходила километров 20 за день, и я так себя просто чувствовала, что я в принципе есть. Здесь, в Швирине, здесь, наверное, больше таких бытовых проблем стало, потому что регистрация, страховая, банк, центры занятости. И каждый день нужно куда-то идти, брать термины, приходить на встречи. И здесь совсем другое. Здесь я не могу, наверное, в полной мере уделить какое-то время себе лично. Потому что мне нужно все время идти. Вот. Мне хотелось бы, наверное, чуть больше времени просто посидеть и помолчать сама с собой. Там много не было, но я знаю одно, которое детей принимало. Я могу скинуть вам. Восстановить город за год, за два года, даже если все повернется в лучшую сторону, ну, на мой взгляд, это десятки лет, это минимум 10 лет. А разминирование города, то есть для меня самое страшное, почему мы уехали из города, это то, что очень много было выпущено каких-то снарядов, и не факт, что они все разорвались, и где-то они могут быть. То есть я не смогла бы сидеть дома, если мой ребенок пошел на улицу, я буду сидеть и думать, вернется он сегодня или нет. То есть... Газировки. Необычно, обычно воды. Рыба, они не свежая, но упакована уже, да? Нет? И как ты приехала, буквально там минут 15 с ней подъехала. Здесь контакты наших ближайших родственников. Находясь в Мариуполе, мы не знали, что с нами будет и в какой момент. Поэтому для идентификации меня я носила с собой рюкзак с этой запиской. Я не могу ее выложить. Мы выходили через день домой, брали кое-какую еду, и как бы, несмотря на то, что там буквально 600 метров, нужно было пройти туда и 600 обратно, мы не знали, вернемся мы или нет, дойдем мы или нет. Мама, я хочу. It's a lot. It's very hungry.